стартовал крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы «Новый взгляд». Принять участие в конкурсе может каждый желающий в возрасте от 14 до 30 лет из России и стран зарубежья. Для этого необходимо подготовить рекламный видеоролик или плакат социальной направленности. Главная цель – донести до молодежи такие ценности, как справедливость, милосердие, нравственность и призвать к здоровому образу жизни. За время существования конкурса «Новый взгляд» было рассмотрено более 20 тысяч работ. Авторы 250 удостоены специальных наград и памятных призов. В этом году конкурс вышел на новый уровень. Создан многофункциональный удобный веб-сайт, позволяющий оптимизировать прием работ со всех уголков России и стран зарубежья.